Привет, ребята! Сегодня у нас необычная игрулька, которая называется Kill the Emoji. Думаю, все вы знаете, что такое эмоция, у всех есть смартфоны. Ну а мы начинаем! Вот мы появились на каком-то поле. Воу! На правую кнопку мыши я увеличиваю. Прям на первый смайлик. Ой-ой-ой, надо быстро к оружию бежать. Пестик. Отлично, пестик. Блин, эти эмоции, они меня бьют. Несмотря на то, что они такие доброжелательные, мимимишные, милашные. И вообще мы их привыкли видеть в добром и хорошем свете. А они здесь нападают на людей, даже несмотря на то, что он так улыбается мне. Ой-ой-ой. Ты посмотри на него. Щурится как, а? Словно он ничего не хочет мне сделать. Ну-ка, давай-ка. Ай, больно. Вы чё? Офигели? Ух, ты ж нифига, красные эмоции, вы посмотри. А он чё, плачет там, нет? Да, красные плачущие эмоции, которые стреляют в меня какой-то ерундовиной. Опа. О, красные какие-то снаряды полетели. Так, где? Тут патроны очень быстро кончаются. О, это какой-то баф? Оу, нифига себе, как я теперь летаю. Круто. Ну-ка, а физика есть? Физика есть, вы посмотрите, башенки рушатся. О, дроба. Кстати, баф закончился. Вот это фигово. Нифига себе, какой здоровый. Так, надо обезоружить вот этих красных. Они очень больно бьют своими красными снарядами. Блин, хватит витаминами в меня стрелять. Отлично. Опачки. Еще один. Оу, вот это был взрыв. Вы посмотрите, их все больше и больше становится. Так, я взял нитро. Револьвер. Подождите, оружие обратно менять нельзя? Нет. То есть, какое оружие ты взял, с тем и бегай. Так, а ну по одному. В очередь. Эмоджины. Шарики. Блин, револьвер это мощь. Сколько ж вас тут, а? Это выживалка, Days Match. Нет, не Days Match. Days Match это когда ты там играешь с другими игроками, а это тупо эмоджи тебя прессуют. Так. Здесь вот... О, пулемет! Нифига себе, какие снаряды огненные летят, вы посмотрите. Жесть, вы посмотрите, какой здоровые эмоции. Офигеть, он какими-то ракетами стреляет. Ё-моё. Блинский. Так, меня... Сколько вас тут солдафонов? Кто у вас здесь самый главный? А ну, по одному давайте. Да, блин, патроны закончились. А, не, перезарядился. Есть патроны. Это хорошо. Он что, поднимается сюда? Этот здоровый эмоджи. Не-не-не-не. Блин, патроны закончились. Ай. С патронами тут вообще беда. Вот серьезно. О, это что такое? А, это для дробы. Ладно, возьмем. О, отлично. 10 патронов. Получай. Чё ты удивляешься? Шар от боулинга, блин. Он, love emoji, влюбленный. Сейчас мы ему в межсердечек. Вот так вот. Ты посмотри, какой оскал у него. Недобрый, сразу видно, недобрый оскал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это у нас? Что за баф? Ускорение? Да, это ускорение. Да блин. Уйди оттуда. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько много снарядов-то. Ну, блин. О, оружие. Давайте-ка возьмем М4А1. Теперь посмотрим, кто тут крутой. Блин, ну она слабенькая. Слишком много патронов на одну эмоцию уходит. Блин, они еще стеночки пробивают. Ну, вот эти вот башенки. У-у-у, нифига себе. Что ты напускал? Надо его срочно уничтожить. Каким-то боком, каким-то... Блин, приседать я не могу. Воу-воу-воу, чуть не... Блин, патроны еще закончились. Чуть мне в голову не прилетел какой-то снаряд. Так, вон я вижу для дробовика. Патрончик. Слушайте, кажется, меня тут сейчас запрессуют точно. Ёшки-матрёшки. Так, уйди от меня. Бронебойный. Да блин. Они меня задавили. Есть, я выбрался. Фух. Где патроны? Ребята, вы своими шарообразными рожами меня сейчас тут точно грохнете. Успокойтесь. Будьте спокойнее, будьте дружелюбнее. Не надо так психовать. Такс. Блин, еще соседи начали сверлить. И так тут атмосфера накаленная. Так они еще тут больше все накаливают. Вот так вот. Слушайте, вот дроба самая ви... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо. Нифига, ты куда так носишься-то? Здоровый, пухлый шар. Еще и так бегает, как не знаю что. Так, а ну иди сюда. Да получайте вы... Эй! Блинский. Револьвер, наконец-то.
сколько очей-то я уже набрал, сколько я эмоций-то завалил уже. Че, все? А, нет, эта музыка сменилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оу! А ну идите все оттуда, куда вы вышли. Посмотрите наверх. Это главный смайлик, который выпускает всех этих смайликов, похоже. Какой-то он черный и очень стрёмный. Надо прикончить одного здоровяка, потому что... Оу-оу-оу-оу, потише, 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 ребят. Чё вы творите-то? Давайте карту не будем разносить. Оу, куда? Что со мной происходит? Всё? Короче, мне в пукан прилетел огромный здоровый снаряд. Ясно. Оу, вы посмотрите, какая-то темная карта теперь. Ладно. Давайте в этот раз я попробую собрать все оружие. И буду стараться убивать первых, те, кто стреляет издалека. Ближнебойные, они вроде бы не страшные. А вот эти вот, если их много, то они просто становятся, ну, помехой для того, чтобы перемещаться по карте. Поэтому первым делом мы будем убивать дальнобойных. И нужно делать что-то с большим. Базуки здесь нету, я вообще не представляю, как большого убивать. Он, по-моему, пуля непробиваемая вообще. Сколько в него снарядов-то нужно выпустить? Так, появились, кажется. Где? Не вижу. Где эти дальнобойные-то? Ага, вон он. Вон. То есть, сколько раз я буду умирать, столько раз будет карта перекрашиваться. Здесь знаете, чего не хватает? Slow motion. Замедление времени. Чё ты икрой тут метаешь? Оу, 40% здоровья. Где здоровье-то? Почему на карте нет восстановления здоровья? Так, вот быстрый бег. Патрончики, еще один быстрый бег. Могли бы вообще-то сделать в одной стороне восстановление здоровья, потому что... Ну вот и опять быстрый бег. Зачем мне быстрый бег, когда у меня... А, здоровье восстанавливается, что ли? Было вроде 40% здоровья. Так, хватит... Хватит икру метать. Вот так получше будет, блин. Суровые будни, знаете, борца с эмоциями. 45. Скорость возьмем. Пойдемте-ка за автоматиком. Вот сюда наверх поднимемся сейчас по-быстрому. Вот он появился. Всю обойму сейчас у него выпустим. Не, чувак, ты, по-моему, реально что-то перепутал. Какую-то игру. Ты типа босс, что ли? Ой-ой-ой, кто-то меня сзади прессует. Отлично. Есть, наконец-то я его грохнул. Офигеть, сколько... Я в него 3 обоймы, ребят, выпустил. Ну это... Ну ладно, пусть это будет боссом. Да что ты будешь делать-то, а? Вот эти пухляши, которые скоростные, они меня очень бесят. Напишите в комментариях, какие эмоции вас бесят в данной игре. А какие ваши любимые. Ага. Ладно, постоим пока здесь. Блин, патроны, конечно, нещадно быстро кончаются. А, я понял, откуда эти эмоции берутся. Не видели тот эмоции здоровый, который с открытым ртом? Это, по-моему, из него появляются они. Так что надо его быстренько сейчас поставить на место. Точнее, выслать его из этой игры куда подальше. Ой-ой-ой, нарвался. Что такое? По-моему, я об ступеньку запнулся. Готов. Отличное место. Кстати, почему здесь нет снайперки? Снайперка здесь была бы полезна. Готов. Так, появился босс. Слушайте, кажется, появился босс. Вон он, да, есть. Пойдемте-ка с боссом разбираться. 160, 139, как раз на несколько зарядов мне будет. Я думаю, что я справлюсь с ним. Ай-яй-яй-яй-яй, куда я застрял? Блин, 15 здоровья. Это как так-то? Так, нужно восстанавливаться. Очень срочно нужно восстановиться. Давайте вон, по кочерышке ему постреляем. Интересно, я достаю до него, нет? 15% здоровья. Чё мне делать-то? Дайте аптечку. Чуваки, дайте аптечку, пожалуйста. Как так-то без аптечки в этой игре? Вы что? Я ж не хардкорщик. 35% здоровья. Ну ладно, хоть как-то восстанавливается маломальски. Так, надо из этого тупика выбираться.
Ой-ой-ё. Ё-моё. Ёк-макарёк. Сверху. Сверху. Под попец мне стреляют. Так, надо валить этих икрометателей. Да блин, еще. А интересно, вы пухлиши вот сюда залезете? Они везде пролезут. Ё-моё. Что происходит? Конец свет какой-то. Ай, патроны, патроны. М-ка вообще меня как-то раздражает здесь. Она вообще никакущая. О, наконец-то отхил. Вот что это такое? Это М4А1? Да она бы разнесла это эмоджи вообще нафиг на куски. Ай-яй-яй-яй-яй. Только здоровье подхилил. Просто в кучу смайликов прыгнул. Да ё-моё. Нереально просто играть в эту игру. Ребят, я думаю, что вы поняли, что это за хардкор. Просто я думал, это какая-то будет, ну, просто детская игра, да, ну, эмоции и все дела. Позабавиться, пофаниться. Не, пофаниться, конечно, получилось, но хардкор здесь нереально сложно. Так что, если вам понравилось, то ставьте лайки. Если вы хотите, чтобы я похардкорил еще и прошел как можно дальше, то пишите комментарии. А с вас подписочка, если вы еще не подписаны. И ждем нового видосика. Всем спасибо, пока-пока. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Джеки Чан отдыхает. Ёк-макарёк, я прям паркурщик. Блин, реально это как в CSGO.